20 августа погоду в Беларуси определит малоподвижный атмосферный фронт. Небо затянут облака, на большей части территории ожидаются кратковременные осадки. Ночью и утром в отдельных районах пройдут сильные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от плюс 12 до плюс 18, днем от 18 до 30 градусов тепла. Тайфун Хигас обрушился на юг Китая. Стихия вызвала сильные дожди, местами ожидается выпадение до 180 мм осадков и опасный штормовой ветер. Порывы до 35 метров в секунду. В стране объявлено оранжевое предупреждение. Два мощных землетрясения магнитудой 6,8 и 6,9 произошли у западного побережья индонезийского острова Суматра. Толчки были зафиксированы с разницей в 6 минут в 5:29 утра. Зданиям нанесены незначительные повреждения, сведений пострадавших пока нет. Завтра в Бобруйске ожидаются дожди. Во второй половине дня возможны грозы. Восточный ветер подует со скоростью 4-6 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до 24 градусов тепла. Ночью опустится до отметки в плюс 16. Мария Бушкевич, Андрей Богдан, Максим Галионко, Бобруйск 360.